обновление 18 ноября 2015 года. Оно включает в себя возвращение превосходных декодеров. Для тех, кто не в курсе, превосходные декодеры содержат как уникальное оружие, так и обычное. И имеет очень интересные шансы выпадения, о которых я сейчас расскажу. Итак, каждый раз, когда вы будете открывать превосходные декодеры, у вас есть 85% шанс получить оружие из серии Balrog, Skull, Janus, Maverick, а также такие пушки, как Salamander, M32, Bazooka, Leviathan. И главное отличие от М-декодера то, что вот это все выпадает с 85% шансом на 70 дней. Все остальное оружие, которое есть в списке превосходного декодера, выпадает с шансом 15%, но выпадает навсегда. Туда входят такие пушки, как Thunderbolt, Lightning серия, Арбалет, вся серия золотая, а также 6 персонажей. Так, а теперь по поводу уникальных пушек. Называются они Гильотина, Черный Дракон, Потрошитель и Гарпун. Сразу скажу, что данное оружие находится в разделе снаряжения, но заменяет ваше основное оружие. Гильотина — это самое вожделенное оружие, которое есть в игре. Очень интересная штука. Если запустить ее в тело, она наносит, ну, так скажем, не критичный урон. Но если попасть в голову, то она одевается врагу на голову, начинает раскручиваться и убивает его. Имеет 10 дисков. Если вы запустили диск и ушли куда-то за угол, как бы она к вам не вернется, и это будет считаться потраченным диском. Excellent. Headshot. Headshot. Так, дальше у нас идет по списку гарпун. Ну, в принципе, ничего сложного. Оружие простецкое, но наносит приличный урон. К сожалению, в обычных режимах, я думаю, он бесполезен, так как очень тяжело попасть. Но если вы попадете, то врагу не позавидуешь. После попадания стрела, а точнее копье, застревает в противнике и взрывается. Думаю, что отлично подойдет для зомби-режимов и для сценария зомби против боссов. Черный дракон, или черный дракон артиллерия, как его еще называют, по сути является маленькой пушкой. Имеет огромный урон на ближних дистанциях. Для чего лучше подойдет, даже и не знаю. Никогда с ним не бегал. Double kill. Ну и последний из списка уникального оружия превосходного декодера – это потрошитель. Многие уже с ним знакомы. Имеет два режима атаки. Обычный распил, так скажем, и удар бензопилой – это на правую кнопку мыши. Если уметь с ней обращаться, с этой бензопилой, то вам не будет равных на зомби-режимах.